А что это за звук? Это космический барсук. Кто? Я вообще его не знаю. Барсука поймал. Кс-кс-кс. Не похоже на барсука, да? Доброго времени, уважаемые. Сегодня новый видосик, чтобы вы могли под него покушать. Надеюсь, что у тебя обед, потому что видосик будет не самый короткий. Видосик нестандартный для моего канала, поэтому поддержи обязательно его лайкосиком. А если ты хочешь больше видосов, например, по Суспекту, то ты можешь перейти по QR-коду или по первой ссылочке в описании. Там будет много видосиков как раз на эту тему. В данном видосике будем искать котиков, которые беспощадно прячутся во всех самых неожиданных местах. Приятного тебе аппетита, если ты кушаешь, и приятного просмотра. Так, ну думаю, можно начать, в принципе. Я не знаю, по какому принципу оно работает. Наверное, просто стартуем. Тут DLC даже будет. Стартуем. И там, видимо, будет отсчет, да? Можно приближать, удалять. Опа, я вижу котеечку. Вот она. Ха-ха-ха! Мяу! Мяу! Смотри, я супер-поисковик котеечек. Сколько надо котеечек найти? Как понять, сколько котеечек надо найти? Так, как перемещать? На стрелочке, да? Вот котеечка. Вот котеечка. 10 котеечек уже нашел. Котейка застряла. Где-то тут котейка по-любому еще прячется. Сколько котеек? А, 11 из 109! 109 котеечек! Но это слишком много, нет? Обязательно всех найти, чтобы уровень пройти или нет? Как это вообще работает тут? Вообще уровень, это вся игра в этом заключается. Вообще тут большой уровень достаточно. Хорошо, хоть можно приближать вот так вот. Вот это максимум, кстати. Больше приблизить не могу. А что если трясти, там котеечка тут не вывалится? Трясти дерево. Зачем можно трясти дерево? Котеечки там нет. Вот котеечка прячется, вот котеечка прячется. Они там сверху-то могут быть? А в облаке может быть котеечка, не? Опа. А чё их так много вообще? Тут кошачья страна, что ли? Это же Киото, это Япония, по-моему, да? Почему тут много котеечек? В Японии с каких пор стало много котов? Сколько я там? 30 котеечек нашел. 30! Уважаемый, для тебя котеечек ищу. Если ты любишь котеечек, обязательно жми лайкосик. Я вот люблю котеечек больше, чем собак, потому что собаки много урона наносят домашнему хозяйству. Смотри, это легко и прикольно. Мне нравится находить котеечек. Мне нравится находить котеечек, они прикольные такие. И они орут, когда на них нажимают. Так, что у нас тут? Вот котеечка за пазухой и за поясом. Так, вот это потрясем. Котеечка не хочет вылазить. Вот здесь котеечка прячется. Вот тут котеечка в самом низу заныкалась. Вот тут котеечка, тут она просто бежит, тут отдыхает. Котеечки повсюду. Тут котеечка приспособилась. Тут за плечами котеечка. Этот мужчина раб тащит просто. Где еще котеечка? Вот они прячутся. Они прячутся как хитрые. Как мыши. Коты, мыши просто. Прячутся как мыши. Вот котеечка заныкалась, но туда мы сейчас еще вернемся. Ключ. Ключ надо находить? Не знаю зачем, но я нашел ключ. Ну, уровни такие большие. Так, вот тут котеечка. Это... Зачем можно трясти дерево, если там котеечка оттуда не вываливается? Или может быть она где-то вывалится? Я просто об этом не знаю. Это будет несправедливо. Или надо трясти дерево, чтобы ачивку какую-нибудь получить. Всё, котеечка отдыхает, тут котеечка зависла. Тут котеечка слазит, тут котеечка спит. 60 котеечек, еще один ключ. Рыба! Я рыбу нашел. Зачем я нашел рыбу? Какую рыбу? Еще один ключ. Опа! Что? Какую-то соплю освободил. Что за бред? Что происходит вообще? Зачем я нашел рыбу большую? Это не котеечка, что? Ладно. Давайте вот этот откроем. Вот тут котеечка у мужчины. Еще какую-то соплю освободил. Что это за сопли вообще? Это что, покемоны? Покемон Юнайт? Котеечка!
Так, мне нужен сундук. Еще котеечка большая. Маленькая котеечка. Еще одна котеечка отдыхает. Давайте чуть-чуть отдалим вот так. Так, больше видно. А то я слишком легко я приблизил. Мне слишком легко стало. Так слишком тяжело. Вот котеечка. Еще котеечка. Это что такое за пуговичка? Вот котеечка еще. Это что за застав не ту закрыл? Вот он, сундук. Открываем. Но у меня... О, котеечка! Это хитрая котеечка была в сундуке. Ее надо было найти. А там какие-то сопли, типа пустой сундук. Тут не все так просто, как могло бы быть. Зачем мне трясти дерево? Я так и не понимаю. Котеечки в деревьях достаточно открыты сидят. Это залипательная такая игруха, я тебе скажу. Но котеечки тут повсюду прячутся. Может быть, она еще где-то заныкалась, я ее не вижу. Кто увидел котеечку, которую не увидел я? Пишите тайм-коды. 90 котеечек я нашел на минуточку. Рыбу кликаю. Нет, рыба тоже не интересует никого, оказывается. Почему-то интересовала только большая рыба. Котеечка падает. Еще тут котеечка сидит. Пушочек просто. Вот еще пушочек один. 96 пушочков из 109. А я, по-моему, уже все обыскал. Или нет? Давай вот тут я в ц... Опа. Ключик мне нужен. Мне нужен очередной ключик. Я нашел чемодан. А ключик я не нашел. А может быть, там котеечка сидит в нем. Вот это что за рыба опять? Какая-то очередная рыба. Зачем я их нахожу? Кто мне дает? Еще один чемодан. Ну, в смысле, сундук, естественно. А где ключ только от него? Вот он, ключ. Давай вот с этого начнем. Опять сопля. Зачем мне сопля? Мне нужна котеечка. Или ключ мне нужен. Кто видит котеечку? Жми на нее. На котеечку нажмите. Где она? Я не могу найти котеечку. Слишком много. Так. А это только первый уровень, по-моему. Или он тут всего один? Мороженка. И котеечка-то... Вот котеечка. Что она здесь сделала? Как я ее не заметил? 100 котеечек я нашел, он говорит. Но у меня отмечено 98. Значит, какие-то две котеечки были фейковые. Скорее всего, даже та в сундуке была... Вообще, она в счет, скорее всего, не входила, да? Может быть, котеечка где-то в окне тут сидит? Кто видит котеечку? Вот что это за рыба? Вуди какая-то рыба. Or friend. Друг ее? Какой-то друг котеечки рыба. Но это не друг, а еда вообще-то. Котеечка ест рыбу, она с ней не дружит. Я вижу мальчика бегущего, но у него нет котеечки здесь. Этот с котеечкой фоткается, он свободен. Здесь вот котеечка в кармане, вот, смотри, гусь. Почему на нее вот наводишь, это гусь. Face is. Кто-нибудь понимает английский? А, на них когда наводишь, они что-то говорят. Так, вот тут есть подсказки, как я понимаю, да? Но я пока подсказку не хочу использовать. Я хочу своими силами найти. Ну-ка, давайте потрясем дерево, может быть, котеечка тут вывалится. Это так не работает, скорее всего. Ключ. Пойду сейчас открою его, сундук этот. Сейчас только котеечку сразу посмотрю. Может быть, она тут где-то засела. Ныкалась. Осталось найти... Вот это самое сложное. Осталось найти 9 котеечек. Опять сопля. Ну где котеечка? Там в одном только котеечка была. Один был не зря. Все остальные были бесполезные. Где котеечка? Вот котеечка. Раз. 99 котеечек, ё-моё. Чё мне котеечку? Жалко, мне зритель не может помогать. Это надо на стриме, наверное, делать, да? Чтобы зритель помогал мне найти котеечку. Реально? Как вот эти ставни, они не открываются? О, котеечка. Еще котеечка. Что-то я тут столько котеечек. Еще котеечка. Вообще, котеечки поперли. Осталось найти 7 котеечек. 7 котеечек.
Это уже неплохо. Вот эти два человека здесь стоят и фотографируют что-то. Либо они просто сидят в телефоне. Скорее всего, они фотографируют котеечку где-то из-под тишка. Я ее не вижу. Это плохо. Так, а почему вот здесь нет котеечки? Котеечка драться хочет. Котеечка бежит вниз. Как находить котеечек оставшихся? Непонятно. А таймер-то идет? Где таймер? Я медленнее всех, наверное, нахожу котеечек в этой игре. Так, вот эти что-то поссорились, но там-то котеечка рядом есть уже. Опа, котеечка. А может быть, будет до такой степени... О, смотри, можно вот так вот перемещать, оказывается, хватать за карту так быстрее. Короче, когда ты шевелишь дерево, может быть, там будет край котеечки виден. Подожди, может быть, здесь надо отдалить максимально? Вот, реально, я это не учел. Котеечка на парашюте. Я это-то не учел. Так, где тут еще у нас? Что еще можно пропустить? Сколько там? 5 котеечек осталось. Вообще финишная прямая. Она будет, скорее всего, самая сложная. Потому что придется сейчас обыскать опять всю карту. О, он тоже трясется. А зачем они трясутся? Сзади них котеечка не прячется? Так, так, так. Начинается самое сложное. Это всегда самое сложное. Когда останется одна котеечка, это все. Вообще, это атас. Это самое сложное. И куст шевелится. Кто знает, как работает механика, для чего шевелится. И тут все шевелится. Для чего шевелится растение? Просто так? Или они играют роль какую-то шевеления, что за ними что-то надо увидеть в определенный момент? Котеечка еще одна. Раз. Осталось 4 котеечки. Пушочка надо найти одного хотя бы еще. Сколько у меня времени это займет? Делайте ставки, уважаемые. Победитель буду всегда я, все равно. Так, где котики? Котиков сюда давайте. Как я буду находить последнего котика, я не представляю. Я не могу найти даже 4 котиков вот этих, которые остались. Я таращу глаза просто. Не вижу этого котика, потому что он максимально замаскировался. Ты нашел котика? Если нашел котика, скажи, где ты нашел котика. Напиши мне об этом в комментариях. Потому что я котика не могу найти. Это не котик? По-любому там котик как-то в самом тупом месте, я не вижу просто. Вот здесь почему-то нет котиков. Вот где они? Тут почему-то в этом месте нет котиков. Так же не может быть или может? Вот тут могут быть котики за полотенцем. Где котики? Вообще настолько доминируют котики. Тун-турун-тун. 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 Что? А, я думал, это я котика нашел. Я какую-то девочку нашел. Что за бред? Котик! Так, осталось 3 котика. Я на финишной прямой. Я уже нахожу каких-то девочек, не относящихся вообще. Кто это? Ментарий. Кто это вообще? Кто это? Почему я должен знать, что на нее надо нажать? Опа, котик! Ты видал, как он заныкался, а? Осталось 2 котика. И все. Котика мне сюда. Где-то у них тут котик по-любому же есть. Же есть котик, да? Так, где тут? Ну я же на нее нажимал уже, на эту утку. Почему она до этого не сработала? Сейчас сработала. Так, ну тут котика я нажал. А где еще котик остался? Вот котик, да?
Да, это сложнее, чем я думал. Вопрос в том, что остался даже не последний котик, а предпоследний котик. А где последний котик будет, это вообще замес. Я вообще не найду последнего котика. А давай подсказкой воспользуемся. Опа. Вот она. Ну типа смотри, ну это же изи. Почему я не увидел его? И он пошло время. Типа подсказкой можно пользоваться спустя время. Надо было пользоваться подсказкой. Потому что остался один котик. Но я его так просто буду искать, наверное, минут 40. Поэтому есть смысл воспользоваться подсказкой. Но я уже начинаю как бы в первом уровне пользоваться подсказками. Это, конечно, стрёмненько. Но с другой стороны, это для того, чтобы игра не душила. Это правильно. Это правильно. Мне нужен котик. Последний котик. 109 из 109 где-то остался. И он тоже по любасику в тупом месте, как-то в открытую он сидит, но я его не вижу. Потому что у меня уже глаз замылен, и все. Ну-ка. Ну я вот кликал по этому котику. Я по нему, по-моему, кликал. Ладно, ладно. Вообще мне понравилась. Игра прикольная, залипательная. Если тебе понравилось, уже обязательно жми лайкосик. Надеюсь, что тебе понравилось. Если ты лайкосами поддержишь, то новая серия выйдет обязательно.